Около 300 юных талантов приехали в Серпухов, чтобы показать свое мастерство в вокале и хореографии. В Дворце культуры «Исток» прошел первый международный конкурс фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Звездочка России». Ребята делятся впечатлениями, показывают мастер-классы, друг другу даже дети делятся этими впечатлениями. Вот поэтому мы сегодня первый раз в Серпухове, и нам очень нравится боевой настрой участников. Уже прошла номинация «Вокал», и несмотря на то, что малое количество выступило, вот, ребята показали себя достойно. Участие в конкурсе принимали как профессиональные, так и начинающие коллективы, а также сольные исполнители. Жюри высоко оценило творческие способности юных звездочек. А сам фестиваль показал, что интерес к хореографическому искусству и вокалу с каждым годом растет. Появляются новые таланты, интересные содержательные постановки. Атмосфера фестиваля позволила раскрыть возможности каждого, получить прилив сил и вдохновения. А главное – шанс на победу.